крещении считается, что вся вода обладает целебными свойствами, но особенно почитаема та, которую освятили. В сети оздоровительных комплексов термы, приглашение священнослужителей для освящения бассейнов и купелей в канун праздника уже стало традицией. У нас приходит батюшка и освещает воду и купели в бассейнах для всех, кто может, прийти к нам, окунуться в ледяную купель, в теплую купель, в бассейн у нас освещен. То есть в ближайшие дни в нашем центре здоровья и отдыха будет вода освещена, все бассейны освещены, и любой желающий сможет в комфортных условиях прикоснуться к святой воде. В Центре здоровья и отдыха термы «Видное», который расположен в торговом центре галереи 9-18, чин освещения воды прошел впервые. Батюшка уже осветил воду, он осветил нашу обычную купель, она у нас стационарная, осветил два наших бассейна и еще одну горячую купель на дровах. Елена и Павел Андреевы – постоянные посетители терм. Семейной паре очень понравилась новая традиция. Видели, да, батюшка проходил? Ну и сразу залезли сюда, уже в освещенные. Очень классно, супер. Для смены обстановки в центре города почти, очень супер. И погреться, скажем так, понежиться в песке, там даже есть песчаная сауна, погреть ножки. Игорь Войтенко окунается в проруби каждый год. В оздоровительном комплексе также выбрал купель с холодной водой, по ощущениям приближенной к настоящей ледяной. Вода, все замечательно, чувствую себя комфортно. Я уже здесь полгода работаю банщиком, как бы не привыкать к этим процедурам. Да и так занимаюсь моржеванием. Но не все могут окунуться в ледяную купель. В бассейне под открытым небом температура воды всегда комфортная, от 34 до 36 градусов, и позволяет с удовольствием плавать даже зимой. Вначале, когда ты окунаешься, тебе холодно, а когда уже вылезаешь, тогда уже тепло, как бы. Это хорошо. 19 января в праздник Крещения центр будет открыт для посетителей с 8 утра до полуночи. Окунуться в освященную воду может любой желающий. Как отмечают сотрудники центра, они ожидают в этот день порядка 1000 человек. Вода будет горячая, холодная для любого возраста, от младенцев до пенсионеров. Все смогут окунуться, не заболеть. Мы заботимся о здоровье. Все-таки мы за здоровый образ жизни, за бани, за то, чтобы люди оздоровлялись и были здоровыми. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.